Самарский академический драматический театр имени Горького продолжает сотрясать скандалы. На этот раз поводом для критики репертуарной политики театра стал несуществующий спектакль. А виноваты во всем продюсеры. Несостоявшаяся в драмтеатре постановка по знаменитому бродвейскому мюзиклу Мела Брукса. Одноименная кинокомедия, известная также под названием «Весна для Гитлера», была удостоена в 1969 году «Оскара» и «Золотого глобуса», а в 1996 году включена в США в Национальный реестр фильмов. Однако в Самаре постановка, которую собирался осуществить итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди, была предана осуждению на заседании Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы. В роли поборника нравственности снова выступил казак, литератор и депутат Дмитрий Сиверкин. Какой частью тела вместо головы нужно думать, да, и какой частью тела вместо сердца надо чувствовать, чтобы в год 70-летия Победы готовить спектакль про Гитлера и гомосексуалистов? На одну из главных ролей в несостоявшемся спектакле продюсеры пробовался заслуженный артист России Олег Белов, тот самый, который вернулся на сцену после инсульта. Играть вместе с ним планировал Александр Амелин-старший, тот самый, сердце которого остановилось. Нас обвиняют в фантиках, а тема этой пьесы, Вячеслав Алексеевич, абсолютно точно попал во время. И не случайно он ее пытался 4 года назад поставить. Он предвидел это время, когда люди на эпатаже, на пошлости будут делать себе успех, будут делать себе это. И об этом говорится в пьесе продюсеров, а не о Гитлере и о нацистах, понимаете? Председатель комитета по культуре Александр Милеев отказался ставить на голосование депутатское заявление с осуждением спорных культурных явлений, сославшись на то, что он не видел репетиций и пьесы. В итоге принято решение дождаться окончания проверки, которую в самом театре считают оскорбительной. Мы работаем под портретами тех людей, которых нет, отцов, дедов наших, понимаете? И люди, которые приходят, они не уходят равнодушными. А тогда зачем театр, если мы будем выходить из театра равнодушны? Прицепились к этим продюсерам.